В Красноярске отметили День столбов. 12 тысяч волонтеров из Красноярска, Ачинска, Минусинска, Балахты и других территорий приняли участие в уборке заповедника. Помимо этого, добровольцы укрепляли муравейники, удаляли граффити и надписи со скал. На празднике работали творческие площадки для детей, интерактивные игры, фотолокации. Ярким акцентом стал массовый флешмоб – групповое фото с высоты птичьего полета. Также состоялся розыгрыш памятных призов с символикой заповедника. Завершила праздник выступление красноярской группы «Соль» с песнями о нашем заповеднике.